Добро пожаловать на Hard Reset Info. Это телефон Honor 4X. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве, на этом замечательном, прекрасном аппарате, выполнить такую операцию, как изменение даты и времени. Итак, для того, чтобы изменить дату и времени, нужно войти в настройки. Для этого открываем шторку громкости, свайпаем ее вправо, открываем приложение настройки. Вы можете открыть настройки и другим способом, без разницы. Если вы окажетесь на вкладке «Общее», вам нужно будет нажать на «Все», чтобы были все настройки, то есть сверху должно быть «Все». Спускаетесь в самый низ списка, и выбираете пункт «Дата и время». Здесь вы отключаете дату и время сети, чтобы она не обновлялась автоматически. И вписывайте ту дату, которую вы только пожелаете. Тот год, который хотите, можете вернуться в прошлое, так сказать, вот 97-й год. Время можем тоже поставить, какое мы только захотим. Также можно изменить часовой пояс. Правда, время сейчас собьется, но без разницы. Горное время сейчас у нас будет, да, плюс 6. Точнее, минус 6, простите. И можно также изменить формат даты и времени, то есть 24-часовой формат, либо же 12-часовой формат. Всем спасибо большое за просмотр, я надеюсь, это видео было полезным для вас. Если это действительно так, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. До встречи!